Российским пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей. Поддержать деньгами в период пандемии данную группу населения предложил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Свое обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину. По словам Хамзаева, россиян волнует ситуация, связанная с коронавирусом. А во время эпидемии пожилые люди попали в группу особого риска. Пенсионерам приходится покупать лекарства и тратить больше денег на профилактику заболевания. При этом они должны соблюдать все предписания медиков и придерживаться ограничений в передвижении.